Так, Юпитер. 11 мая, 3:30 по Киеву, 20-й год. Совершенно никаких полос я не вижу, как показал опыт предыдущих съемок. Только с рассветом, когда небо становится более светлое, меньше получается контраст между светом Юпитера, отраженным от Солнца, и небом. Видны какие-то полосы. Опс. Вполне себе различимо. То и сейчас даже полосочки какие-то уже. При желании достаточной фантазии куда ж ты прячешься-то, а? Можно себя нарисовать. Совершенно не видно галилеевых спутников. Сатурн, который рядом, тоже не виден. Ну, подождем чуть попозже. Поснимаем. А пока глянем на Луну. Триста семьдесят тысяч километров до нее сейчас. Недавно была в Перигее. Ветерочек, зараза. Да, сильный ветер. Поднимается, придется делать паузу.
Вон Аристарх. Билет. Ладушки, подождем еще чуть-чуть. Может, ветер подутихнет. Весь не станет наверняка. 11 мая 2020 год, Харьков.